Привет. Добро пожаловать в мою жизнь. Ребят, доброе утро. Вчера немного съел на ночь. Лег, признаюсь честно, поздно, где-то в 2:40. Но игра была круто. Кстати, онлайн был маленький к чему-то. Но зато я много снял контента, поиграл в соло, как и хотел. Но было здорово и весело. Это я приехал сюда на работу. Сейчас попью кофе. Народа, кстати, в метро прилично. Не так давно. Что-то хотел сказать. А, вот сегодня надел теплый свитер. Но на самом деле даже жарко. Больше чуть прохладно, чем вообще. Зараза. Может, потеплело, да, скорее всего, потеплело, потому что снег летит. Как уже говорил, вчера онлайн был небольшой. И это еще раз доказывает, наверное, показывает, что сильно надеяться на эту индустрию не стоит. Надо просто делать свое дело, да. Выкладывать контент. А там как приятный бонус, почему бы и нет. Но надеяться заниматься только этим. Ну, это вообще абсурдно без своего жизни. Так что... Сегодня опять смотрел микрофон. Но причем не этот, который вот недорого стоил. А получается микрофон, который у меня был. Такой бархатный звук. Ну, когда-то. Два раза еще он у меня был. Сейчас 158. Смотрел на зоне. Чуть подешевело 5300. Ну, дорого. Посмотрим. Может, посмотрю сравнение его. Думаю еще настроить свой, убрать фоновый. Из-за чего такая тема? Потому что на фоне, если кто-то что-то слушает, смотрит сериал, да, в комнате, все слышно, все попадает в ролик. Как бы, ну, это такое. Как бы, красиво. Нужно включить шумоподавление, как настроить это. Так, ну, сборы на микрофон делать нет смысла, потому что вряд ли кто-то донатит. Ну и покупать за свои, как бы, ну, нерационально, тяжело, короче. Так что проще покопаться в настройках пока так. ОБС-ки чуть-чуть. Настроить шумоподавление этого микрофона. Там уже будет видно. Интересно, конечно, но... А в дальнейшем буду собирать вот 5300 на микрофон. Да, думаю, это хорошая мысль. В салоне. Надо все. Всем доброе утро. Хорошего начала дня. А я буду пить кофе. Квартирка. Прям смотрю так на окна. Даже вспоминаю Мытищи, когда жил. Просто вот уютную квартирку. Вот в любом окне из этого иметь свою. И просто вообще быть на седьмом небе отчасти. Да, это было бы очень круто. Свой быт, уют. Минималистично, даже одно. Самое простое. Ну ладно. Вот как на YouTube видос корейцы делают такой вайп.
огоньки, подсветки свои неоновые, вывески. Все круто. Быстро. Было бы любого качества. Так. Ну что, теперь собираю на микрофон этот Hifine и звуковой микшер. Ребята сказали, что это имба. Это хорошая идея. Что ж, попробуем. Не знаю. Собирать буду очень долго. Походу. Ну, просто буду стримить. Как накидаю там. Хотя на микрофон. Сразу возьму его. 4700 нужно. А потом уже тогда микшер. Он тоже 4300. Там на 8600 вообще. 8700. Вся эта тема. Интересно даже. Ну, я просто выставил. Как бы, сбор вместо скинов. Там всяких. То есть все дребедени. Именно качну звук. И хорошо. Это будет отлично. Даже не хочу думать, что потом, потому что начинается. Что я это не сделаю, а потом, а потом на это. Нет, вот именно звук. Просто. И все, и так, в принципе, неплохо. Звук. Может, мне его не поможет настроить, кстати. У меня был такой микрофон. Шумоподавление поставить. Ну, чтобы ребят не было слышно. Ну, кто в комнате там. Или мои там шумы. Посторонние звуки вообще не лезли в микрофон. И было. Ладно. Время 9:30. Я начал, собственно. Настроение хорошее. Стал какой-то более стрессоустойчивый. Ну и восприимчивый. Всякой дребедень. Потому что я четко знаю, что я хочу. И куда я иду. Для этого. Такое какое-то внутреннее равновесие и счастье. И вот даже с контентом, да? То есть вчера у меня особо онлайна не было. Я мог приуныть, а на самом деле я захожу сегодня, и все видео начали смотреть. И там плюс 10 подписчиков, 2410 уже. На Fortnite канале. Там 570 на другом. И на третьем тоже 2300, что ли. Или 2280. Ну, то есть, все здорово, круто. А это мне не надо, в принципе. Просто вот это делать. И все. Но звук мне не нравится. Я его улучшу. Ну, если подписчики хотят это, они его улучшат, правильно сказать. Мне как бы норм. Контента вчера столько снял. Просто космическое количество. Так, наверное, в жизни не делал столько контента. Ладно, все. Увидимся уже позже. Ребята, вот я уже мчу домой. Собственно. Ребят, стрим запущен. Так.